Всем привет. Так, на чем мы тут остановились-то? А, осликов у нас, да, не хватает. Давайте искать осликов. Приручить. Это старенький, больной. Нам не нужен такой. А вы кто? А, мы еще пока не освоили именно крупный рогатый скот. Чуть попозже. Тут тревожная музыка какая-то. Здесь шляются, бегают. Так, мы кто? Ага. Это опять коровы. Ослики. Так. Один человек к нам присоединился, еще или два. Сколько получается? Блин. Так, ладно. Да, отстань. Так. Вы кто? Так, это опять рогатые. Парнокопытные. Здесь. Так, это вот как-то у нас так получилось, что у нас у людей одежды не хватает. Так, ладно, ослики подождут. А, давай. Да, ё-моё, отстань. Давай так. Что у нас, середина лета? Шкуры, я думаю, пускай пока вот. Был торговец. Что ты нам можешь предложить? Давай у тебя вот медную руду скупим. Держи хлеб, держи вот это. О, куда? Много. Вот так вот. Хорошо. Так, а я так понял, мы в медный век перешли, наверное, мы можем, да, ремесленная мастерская. Так, и лить, вот, мы теперь можем, давай сюда, медная кузница, здесь. Угольная яма. Ну, у нас, поскольку здесь по большей части все это происходит, пускай здесь будет угольная яма. Легкая одежда нам нужна, вот что. Нам наоборот легкая нужна одежда. Погнали. Ну, нам вроде пока всего хватает. Давайте опять осликов искать. Опа, опа. Нет, олени. Так, здесь пока у нас ничего нет такого. Так, сейчас осень будет, сейчас пока напрягать не будем. Соберут урожай спокойно. Так, вы кто? Волки. Приручить. А, ну давай убьем их сюда кучу. Чтобы нам не мешали здесь.
все, пускай собирают урожай. А вот и ослики. Если все будет нормально, сейчас у нас 4 ослика появится. Давайте, давайте собирать урожай. Нагрузка еще пока небольшая. Так, что мы тут замутили? О, удочка. А давайте удочку сделаем. Так, а здесь медное копье. Так, мед, нам надо медную шахту найти. Чтобы тут меди было побольше, да? А где у нас такая? Железная. Кремень. Железо. Кремень. Олово. Железо. Железо. Кремень. Кремень. Так, ладно, давайте опять глаз охотника. Во. Так. Добыча руды. Нет, подожди, добычу руды нам не надо, нам надо именно шахту поставить. Наверное, здесь, да? Да, вот. Вот, отлично. Это хорошо. А, давай вот погнали тихонько все это делать. Бронза. А у нас, по-моему, нет, да, еще выплавки бронзы? Да. Так, что нам лучше сделать? Да, давай все-таки вот так вот. Теперь у нас... Блин, опять атака на летчиков. Торговец, ты пришел не вовремя, мы тут биться собрались. Медь забираем. У нас, кстати, заканчиваются дрова, надо еще. Один, а что мы можем тебя взять, чтобы компенсировать? 53. Вот так, хорошо пойдет. Что-то в этот раз налетчиков-то много. Ух ты, сколько у вас тут. А ну-ка. А чего здесь-то столпились? Вот бараны, блин. Блин.
Нет, не отпускайте их. Нормально, они нас покромсали. Ладно. Да, я понял, что у нас теперь проблем выше крыши. Давай новый хлеб поставим. Но я так понял, осликов у нас не приручили, да? Нет, вот один есть. Да, делаем, делаем, хлеб, не переживайте. Сейчас сделаем. Уровень деревьев. А, здесь также, да, надо? Нет, пока мы так не можем сделать. Так, рубку деревьев давай перенесем вот сюда, а вот деревья мы посадим на место вырубленных. Груша. Хорошо. Так, у нас мы дошли до того, что у нас стало слишком много животных, да? Хорошо, давай еще один хлев поставим. Вот так, пускай здесь будет. Так, загрузка большая, да? Ладно. Так, а есть у нас посмотреть животных? Животные. У нас 6 осликов. Угу. Это, а, здесь можно еще, да, короче. Ну, пока вот это оставим, чтобы животных видеть, сколько у нас. Так, а куда мы вырубку-то принесли? Где-то здесь даже? А, чуть-чуть вбок, по-моему, сделали. Да-да-да, вот он, рубик. Торговец. Здравствуйте. Будем медь возьмем. На хлеба. Хорошо. Вот
Так, у нас, конец весны, да? Ну, я тут понимаю, что они уже все засеяли. Так, давай-ка копии серпов. Все, пускай делается. Пук. Хорошо. Ладно, пока ждем. В принципе, вот эта мастерская нам, наверное, уже будет не нужна. Ее можно будет разобрать. Но попозже чуть-чуть. Сейчас обеспечим всех. Так. Вот так. Все, пускай занимаются. Ну, пока посмотрим. А что посмотрим? 54. Ну ладно, нет, подождем пока. Пускай люди еще два придут. И тогда только новый дом построим. Наверное, надо будет вот здесь все вырубать. Веточка у нас... А, не, веточка у нас нормально. Деревьев мало. Дерева мало. Надо больше. Давай двух человек сюда отправим. Пускай вырубают. Так, и перенесем сразу. Так, чтоб... Ну, вот так. О, растут наши деревья, культуренные. Пускай растут. Че у нас получается, середина лета уже здесь? Рожь. Нам надо только рожь здесь в культурах. Так, здесь что мы можем потом будем? Круглый дом, хлеб, понятно. Так, это все понятно. Блин, не знаю, ставить эти ворота, ну попозже, я думаю, когда это... Во-первых, надо древесины побольше. А во-вторых, надо как-то, блин, поставить так, чтобы это не просто так стояло, а именно приносило какую-то пользу. Просто когда до этого играл, может, год назад где-то, ставил я эти заборы, и не приносили они никакой пользы особо. Так, давай. Вот какая-то мелочь бегает. А, нет, оленей мы не можем, да? Тут их только на мясо пускать. Ну давай у нас, в принципе. Ой, блин, осень. А мы на охоту отправились. Опять торговец прибыл. Медь. А мы только и будем пока скупать именно. Так, назад. Хорошо. Так, дрова. Дрова у нас уже нормально пошли. Как раз нужно мясо сейчас. Так, это, наверное, вместительность, да? Животные ожидаются в укрытии. Я не понимаю. Блин, ну давай фиг с ним, еще одну построим. Хорошо, так пускай будет. Так, а что у нас по... 10 коз, 10 овец, понятно. Получение бронза. 150 людей. Секрет стали. А, ну в принципе, то есть вот эти 4 открытия, они нас ждут в дальнейшем. Сейчас мы ничего пока сделать не можем.
технологии. Так, понятно. Успеют они урожай собрать, что-то, как мне кажется, вроде нагрузка небольшая, и в то же время они не особо. Опа. Пятьдесят один человек у нас. Этот где-то умер. Блин, может еще этих сделать? Повозок. Сколько у нас осликов? 6. У нас откуда-то щит появился, меч появился. Что такое-то? Это я вообще не понимаю, откуда это берется все. Так, давайте. Что у нас? Вот ножи. Так, давай серпы. Вот так пускай будет. Торговец. Так, это мы забираем. Сыр. Но сыр у нас пока есть. Одежду взять. Шерстяную. Ну-ка. А, может быть, это было добыто бронзовые мечи уже. Так, глина. Глина. Кстати, как у нас там месторождение-то есть? Успели, да, урожай у нас есть собрать? Или нет, что не ковыряется здесь? Зимой. Вы что-то зимой-то ковыряетесь, я не пойму. Вот, вот, ослики, 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 ослики. Стойте, 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 вы нам нужны. Так, уйди. Человеки, вы мешаете. Да, ослики нам пригодятся. Ослики нам нужны. Так, все, делаем еще парочку таких тележечек. Пускай будут. Даже не парочку, четыре. Сейчас еще чуть-чуть разовьемся и все-таки поставим просто ради интереса этим стены. Конечно, скорее всего, они нам больше проблем создадут, чем помогут. Блин, ну вообще, по идее, у нас в хлеву вон места полно. Что в этом, что в том. Две козы, овцы, свиньи, коровы, ослики. Лошадей у нас нет. Но до лошадей нам еще далековато. Это что у нас? Сбор татина, да? А что 10? Пускай 50 будет вот так вот. Ну, нормально. Это что? Дикие. Так, все, это нам уже не нужно. Олово. Кремень. Олово. Медь. Вот медь еще у нас здесь есть. Ну, пока не будем. Что у нас с медью там вообще? Древесный уголь, медный руда. Пока все есть. Пока не будем трогать это. У нас козы умерли. Медведи.
Ослики. А где нам коз теперь найти? Вот, кстати, стадо отдыхает. Ну-ка давай. Ой, весна, я как раз им задач нарезал, да? Ну, правильно. Надо разберутся. Ты кто? Тур? Ладно, сейчас поищем коз, когда придут. Ну давай, оккультурим я уже возьму. Теперь у нас вот так, нет, даже что-то не. Да нет. Блин. Надо. Ну давай вот так, ладно. Хорошо. Хорош. Ну вот. Пойдет. Вот. Пойдет. Как раз под конец весны успели. А рожь нам что-нибудь дала? Из каких-нибудь там новых технологий. По-моему, ничего не дала. Да. Так, вот. Да. Козы. Так, что ты там можешь предложить? Медь тебе возьмем. Вот это возьмем. Что с сеном? Сено возьмем. Солому, которая... Сено-солома. Лен. Нет, это нам самим понадобится. Так, чё, копии вот эти пора заменять потихонечку. Так, ладно, хорошо, пускай у тебя так будет. Так, дерево, ты мешаешься? Здесь у нас что, серпы делаются, да? Да. Тут нам пока ничего не надо. Здесь тоже что-то не хватает. А, не хватает, не делается, поэтому не хватает. Разобрать у нас это первобытную мастерскую-то. Так, а мы в принципе тогда можем отказаться от кремниевой шахты. Отсюда выйти-то или... А, это медная, а кремниевая наша шахта в другом месте была. Где-то здесь. Вот она. Да? Да. Все. Ну, так, а вот разобрать давай. Разбираем ее. Вроде все пока у нас нормально. Кто такие? Поймать. Ну, так, переносим вырубку дальше. Это кто? Дикая лошадь. Как только у нас все начинает процветать, приходят враги.
Так, а где у нас враги-то идут, кстати? Что? А, вот они, да? Давай, погнали. Так, сбежали, да? Блин, слушай, как мы... Не, не сбегу, тебя добьют их там. Убито налетчиков 50. Мы потеряли-то больше, конечно. Слишком большая, конечно, мы столько людей потеряли. Надо вооружаться, придется все-таки делать стены, наверное. Так, вообще ничего не предпринимаем. Давайте, убирайте урожай. Снимайте нагрузку. Нагрузка падает, хорошо. Это очень хорошо. Можно попробовать стены просто вдоль самого поселка сделать, вокруг. Но, скорее всего, нам вот эти постройки не дадут ничего такого сделать. По той стороне просто, ну, я не вижу смысла ставить. Ладно, сейчас дело не стены. Стены потерпят. У нас сейчас проблема с населением. Нагрузка опять расти начала. Молодцы, присоединяйтесь, давайте. Давайте, помогайте. Хорошо, хорошо, нагрузка падает. Не успеют они, конечно, собрать все до конца осени. Аж чуть-чуть осталось. А у нас тут ржи полно. Да. Ну, так получилось. Ну да, в принципе, вот у нас мечи, щиты появились. Я думаю, это было... как за трофейно у налетчиков. Нагрузка большая, людей мало. Ну, мы не будем тогда пока ничего лишнего делать. У нас вроде мясо есть, все есть. Подождем. Опа, у нас нет места хранения. Вот это мы тут зажиточные стали, крестьяне там. Ну, давайте сделаем. Что это, амбар? И... склад тоже. А вот так пускай стоит.
Так здесь у нас что? А здесь мы уже на следующий только век копить нам. Каменная кладка. Мечи, составные луки. Вот. Доспехи, щиты. Пиво. Хорошо. Хорошо. Торговец. Чем ты нам можешь помочь? Забираем медь. Татин. Давай возьмем, почему нет? Дорого копьем. Так что я перегнул. Ладно, давай отдельное мясо возьмем. Что у нас? Почем? 5. 1. 5. Ну давай, так хорошо. Так, сейчас будет конец зимы, начало весны. И я думаю, напрягать их пока не стоит. Потому что сейчас людей мало, а нагрузки будет много. Да? Ладненько, подождем. О, вон, нагрузка какая фиганула сразу. Дрова. Нет, дров у нас мало, 27 это мало. Что, ребят, сможете, получится у вас? Бронзовая. Ну, наконец-то пришли люди. Целых 5 человек. Это очень хорошо. Это очень сейчас помогут. Так, давай. Вот так. Я думаю, сейчас стабилизируется все более-менее. И можно будет все-таки попробовать поставить стены. Так. А сколько у нас коста? Две, блин. Надо где-то кост поискать. Вот что я думаю. Козы, козы. Нет. Вот маленькая коза есть. Да, вот давай приручаем. Приручаем, это нам понадобится. Так, что вы можете предложить торговцу? Ну, возьмем и медь. Больше нам ничего не надо. Перебор. А что нам можно оставить тогда? Муку. Вот так вот нормально. Так, здесь мы что? Здесь мы палочки собираем, да? Палочки это хорошо. Причем два человека собирают палочки. Но палки нам нужны. Так, пока сильной загрузки нет, давайте-ка мы
Нормально, нормально. Одежду поделаем. Одежду. Так, и инструмент. Чё промахнулся? Нож. Топор. Кирка. Какой еще волк? Откуда ты взялся здесь, в нашей деревне? А, у тебя съели сразу. В принципе, можно будет уже вот эту территорию все очищать. Ты кто? Волк. Нет, вот собаку мы приручили маленькую, да. Хрюшку у нас осликов, кстати, очень много. Все, мне кажется, ослов пока хватит. Так, и со следующим торговцем, я думаю, потихонечку избавляться от старых инструментов. Это костяные ножи, там, копья кремниевые. Надо уже улучшать все это. А то иначе еще пара налетов соседних племен. И опять от нашей деревни ничего не останется. Че у нас? Больше половины лета прошло. Бег, кто ходит? Козы вот. Давай, козы нам нужны. Ой, у нас и мяса мало, давай охотимся. Ты кто? Корова взрослая. Молоко дает, да? Нет ресурсов, подождите его восстановления. А, это сейчас молоко восстановится. Так у нас вода есть, а где тут молоко? А, вот, молоко. О, отлично. Мне кажется, у нас сейчас животные настолько разродятся, что прям... что прям... их девать некуда будет. Опять не вовремя. Нет, давайте собирать урожай сначала. Так, а что у нас? Ну вот, отлично, лучше. Так, здесь у нас постоянно делается, а здесь опять волк атакует. Ты кто? Ну-ка поймаем. А чё-то у нас по деревне молодые волки ходят. Давай, давай, приручайте. Опа, опа, подожди, подожди, подожди. Ты кто? А, это маленький остров, да? Мне показалось, что здесь волчонок был еще один. Да, вот его тоже приручить надо. Я думаю, потихоньку надо вот эти вещи-то разбирать. Не так сильно-то они нужны уже. А территорию освобождать нужно. Так, что, нагрузка небольшая, да? А, на него убирайте. Убирайте, убирайте, точнее, не убирайте, собирайте урожай. Пока трогать вас не буду. Так, а что, в принципе, надо заканчивать серию. Все, всем спасибо. Пока.